С поджигателями и нарушителями правил пожарной безопасности борются в Приморье. В период с 5 по 9 мая в приморских лесах инспекторы и лесничие составили 10 административных протоколов на нарушителей особого противопожарного режима, в том числе один на гражданина, который осуществлял сознательный поджог сухой растительности. Сумма наложенных административных штрафов составляет более 400 тысяч рублей. На время длинных выходных на территории лесного фонда края было усилено противопожарное патрулирование. Производим профилактическую работу среди населения по правилам пожаробезопасности, так как объявлен в Приморском крае особый противопожарный режим. Люди выезжают отдыхать, разводят костры. То, что им сообщается, что нельзя разводить костры, нельзя находиться, пребывать граждан в лесах. Как-то они не воспринимают это и все равно едут. Приходится составлять на них административные протоколы о нарушении правил пожарной безопасности. Мы где-то в центральном лесничестве уже составили два протокола об административных правонарушениях, которые за нарушение правил пожарной безопасности предусмотрен штраф от 40 до 50 тысяч рублей. Где-то по филиалу около 10 составлено, по филиалу Владисовскому где-то составлено около 10 протоколов о нарушении правил пожаробезопасности. В соответствии с поручением главы региона Олега Кожемяка, органы власти проводят проверки всех случаев возникновения природных и лесных пожаров с целью найти виновных и привлечь их к ответственности.